Здесь у нас находится Сергей Щербаков, начальник первой автоколонны комплекса СПТС. С пустым белым плакатом. Что на нем написано? Я думаю, на нем должно быть написано: многодетная семья, многодетный отец. 5 месяцев ГБО автомобильной дороги выплачивает заработную плату в размере 23 тысяч рублей. 14 лет отработал на предприятии ГБО автомобильной дороги города Москвы. Занимается дискриминацией по профсоюзным признакам. Сергей Щербаков организовал профсоюз. Сейчас является, состоит в правкоме профсоюза, является одним из вдохновителем профсоюзного движения в ГБО автомобильной дороги. Но нам запрещено на сегодняшний день вести профсоюзную деятельность и защищать права рабочих на предприятии. Поэтому Сергей взял чистый белый плакат для того, чтобы показать, что сегодня, скорее всего, ему не удастся провести эту акцию, потому что с белым плакатом стоять запрещается, а вот преследовать рабочих на предприятии и заниматься беззаконием – это пожалуйста. А что случилось, полицейские? А вы кто? А вы, интересно, гражданин, проходящий мимо. Просто проходящий мимо гражданин, тогда выключите свою видеокамеру, если вы просто гражданин.